Re, viss ēters ir te! Начиная с сегодняшнего вечера, местами по Латвии пройдут кратковременные дожди, возможно, также гроза. В пятницу ночью и с утра во многих районах Курзаме ожидается безветрие и образование тумана. В целом по стране завтра будет переменная облачность, ожидается слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до плюс 8, плюс 15 градусов. Во второй половине дня в пятницу поднимется до плюс 18, плюс 24. В Риге завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит от плюс 15 градусов с утра до плюс 22 градусов во второй половине дня.